Всем привет! Вы смотрите канал Анапа Курорт Инфо. Меня зовут Максим Грушко. Сегодня в Анапе 6 марта 2019 года. Я нахожусь на причале центрального пляжа. Сегодня в Анапе пасмурный день. Иногда идет дождик. Сейчас его нет. И температура воздуха порядка плюс 10 градусов. Сколько точно, мы измерим чуть позже. Дальше по причалу не пройти, как видите. Надеюсь, в этом году причал снова отремонтируют на центральном пляже. Но, как видите, металлический каркас местами проржавел. Температура воздуха сегодня в Анапе в районе центрального пляжа около плюс 9 градусов. Ну что, друзья, вот так вот коротко и наглядно у меня сегодня получилось показать вам, какая погода сегодня в Анапе 6 марта 2019 года. Ставьте лайки этому видео, пишите комментарии. Кто не подписался на канал Анапа Курорт.инфо, подписывайтесь. Делитесь этим видео в социальных сетях с вашими родственниками и друзьями. Желаю вам успехов во всех ваших добрых делах. Желаю вам придерживаться здорового образа жизни. С вами был Максим Грушко. До новых встреч из Анапы. Пока!